Я вас приветствую, дорогие зрители. В районе Каракоджалы, это верхняя оба выше объездной дороги, продается 1+1 в новостройке. Проект будет сдан через месяц. Есть игровая площадка, зона барбекю, открытый бассейн. Фасад здания покажу с этой стороны как-то. Вот наподобие вот этого. Этаж второй от земли. Внизу есть инфраструктура, лобби, сауна, фитнес, хамам. Этот французский балкон, продолжение. Итак, 38 квадратных метров, вся площадь квартиры. Все с доводчиками. Месяц минимум. Думаю, что да, где-то полтора месяца даже. Через полтора месяца сдадут проект. Двери. Санузел. Так, стройматериалы нормальные. Среднего качества или выше среднего качества. Спальня здесь 9 квадратных метров, вся жилая площадь. Так, сторона южная. Сторона южная, потому что солнце уже пошло в эту сторону. Сейчас время. Сколько у нас? 4 часа. Рядом есть несколько магазинов. Также недалеко отсюда объездная дорога. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 105 тысяч евро. Подходит под ВНЖ. Новостройка. Ну, айдат не знаю, что будет. Наверное, будет где-то 500 лир, когда сдастся в эксплуатацию. Лифт пока не запущен. Сейчас спущусь вниз, покажу, в каком состоянии сейчас стройка. Здесь у нас лифт, но пока он не запущен. На этаже 1, 2, 3, 4, 5, 6 квартир. Вот тут будет лобби. Здесь фитнес, кажется. Тут сауна. Сауна готова, большая сауна, душевая, а даже джакузи есть. Тут что-то будет, нет, это вода, тут ничего не будет. Хамама нету, только сауна, джакузи и фитнес за этой стеной, и тут лобби. Полтора месяца проект будет готов. Открытая парковка. Вот ходите отсюда и останавливайтесь наверху. Там позади есть место, где останавливаться. Вот парковочные места. Всем пока-пока, дорогие зрители. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались.